В Жамбылской области из-за взрыва газового баллона сгорела кровля пятиэтажного дома. ЧП произошло в городе Шум. Из квартиры, в которой взорвался газ, огонь перекинулся на крышу. Сгорело более 1000 квадратных метров кровли. С места ЧП эвакуировали 350 человек, треть из которых – дети. На тушение пожара ушло несколько часов. К счастью, жертв и пострадавших нет.